У нас трактор Valtra, 191 лошадиная сила, мульчер компании NB, Ниуба. Техника работает в Нижегородской области. Предприятие купило несколько полей под расчистку. Бывшее хозяйство здесь было, которое разорилось. Сейчас идет освоение этих земель, удаление древесно-кустарниковой растительности. Достаточно большие две березы диаметром по 15 сантиметров. Буквально 2-3 минуты и две большие березы. Perfect. Подгрыз ствол, сейчас его роняет. Но эта береза уже больше 20 сантиметров в диаметре. закрытым капотом. Так выглядит результат работы двух проходов. Примерно вот такая щепа. Да, вот такой материал на выходе у нас. Два прохода, достаточно мелкая фракция. Да, клиента это устраивает. Снега, конечно, поднакидало вообще нормально. Трактор уже с трудом перемещается. Работает рамой хорошо, наклоняет деревья. Полноценный демопоказ работы машины, возможности оборудования, что можно получить на мощности там 190-200 сил с мощным мульчером. Оборудование уже работает с конца декабря. Нареканий никаких нету. Покупатель доволен. Получением такого мульчера у себя вызывает только положительные моменты от работы. Метровый ротор диаметром 620 миллиметров, фиксированные молотки, гидравлическая толкающая рама, двухсторонняя трансмиссия, редуктор стоит Комер, производство Италия, гидравлический капот, защита от проволоки в каждом мульчере компании Ниуба. Такой продукт. Вот что у нас осталось. Что у нас осталось от этих березок, перемешанное с землей и снегом, остатки древесины.